Здорово, Жор. Вернулся из зеленки. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант, с прибытием. Вы же знаете, служба есть служба. Да, а дружба есть дружба. Федор Николаевич, я сам не в восторге от ситуации. Так или иначе, имею приказ оказывать всяческое содействие в деле вашего сына. Ну так оказывай, только не мути со мной, я это не люблю. И давай все тихо, скромно, без помпы. Держи, есть, понял, товарищ генерал-лейтенант. Вам приготовлен номер в отеле «Интерконтиненталь», а вот здесь все материалы по делу Дмитрия Савельева. Точно все? Так точно. Машина там, прошу. Ну, пошли. Никогда не видел столько звезд. В Нью-Йорке вообще забыла, что они есть. А в Москве они ближе. Больше. У бати на погонах. Господи, какой ты мне дурак. Да. Ты ведь за это меня любишь. Да, люблю. Даже, наверное, больше, чем умею. Поэтому боюсь тебя потерять снова. Понимаешь, что мы могли погибнуть сегодня? В одну секунду. Вместе, как в страшной сказке. Знаешь, Митя, он когда сказал сегодня «бегите», поняла, что все. Бойся. Примета есть такая. Теперь жить будем долго. Вместе. Ханька. Где уехать надо? Все очень далеко зашло. Ты знаешь, я не думала, что будет легко. Еще вчера ночью я готова была улететь. А теперь? Я поговорю с Рашидом. Завтра тебя отведут в Пешавар. Послезавтра ты будешь в Нью-Йорке. Мить. Аня, я должен во всем разобраться, понять, что происходит. Мы вместе в это попали и вместе со всем разберемся. Разберется она. Ты с кем сюда пришла? Со шпионкой. Которая привела меня к тебе. Мить, я ведь чувствовала. Я не доверяла ей. Я очень хотела верить. Я очень хотела тебя снова увидеть. Я не смогу никуда улететь, зная, что ты в опасности. Поэтому я пойду с тобой в Кабул. Поэтому я с тобой буду всегда. Понял меня? Правда, как в страшной сказке. Судьба. Простите, сэр, куда вы идете? В ресторан. Прошу прощения, но он закрыт. Почему? Потому что 7 утра. Ёлки-палки, уже 7, что ли? У меня есть деньги, не беспокойся. Прошу прощения, но уже закрыто. А бабы? Девушки в отеле. Ты знаешь? Я не понимаю, о чем вы. Простите, ничем не могу помочь. Иди сюда.
Наверху комната 603. Thank you. Пожалуйста. Где это 603? Бонжур! Разрешись присоединиться? А ты мне нравишься. Ты мне тоже. Выпьешь? Конечно. Машина нравится? Ну что, все понятно. А долго идти? За пару часов 5 километров пройдете, потом с агитрейдом в Кабул двинете. А что такое агитрейд? Это агитация такая, самодеятельность. А вы с нами не пойдете? А. Мне туда нельзя. Меня там ждут. Найдете Саида, скажете, что от меня. Он вам поможет. Нас без документов возьмут? Там все без документов, вред с тобой не положено. Сами в Кабул не суетесь, сгинете. А так вас с охраной доставят. Подожди, а если мы Саида не найдем? Что вы как маленькие прям. А я такой добрый сегодня. Это если на патруль наткнётесь. Человек 5 кубики до жопы рады будут. Этот, если блокпост. Этот, если усиленный блокпост. Так. А этот, на, ПТР себе купишь. Шестерочку. Шучу я на всякий случай. Ну все, вопрос есть, боец. Рашид, только одно ответь. Кто и за что нас хотел убить? Отойдем на 2 слова. На. Откуда это? От Джейн. Тебя с ним на границе найти должны были. Все, товарищ, Мишке привет. За ВДВ. Рашид, а изумруды это для Джейн? 2-й раз не попадайтесь. Я долги 2 раза не выплачиваю. Опять дверь открыта. Я тебе миску принесла. Не пустую, конечно. Зой! А, бутылки.
Зой, ты чего? Зой, Зоя, ну чего ты? Ну что ты делаешь? Алло, скорая? Тут женщина без сознания. Жаром так и пышет. Угу. Ты бы прилегла, я же видела, ты всю ночь глаз не сомкнула. А я с ним посижу, давай. Я в ней в наказание. Мама. Господи, какое наказание, за что? Я ей позвонила. Жене Мишке все рассказала, и про Мишку, и про себя, и про сына. Угу. Она говорит, нет, я не верю, вот пусть сам приедет и мне расскажет. Я-то слышала, что голос дрогнул. И вот в ту ночь у Бахтияра поднялась температура. О, и кто из нас суеверный? Давай, давай, иди поспи. У нас лекарства вообще не осталось. Нужно к Тане сходить сейчас взять. Иди. А мы с папой. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Ну, что ты сделал? Давайте аккуратно переложим. Голова не кружится? Не. Таня, привет. Вер, тебя так угораздило приложиться-то, а? Могли. Врали тут одного прыткого. Чуть голову мне не пробил. Ну, что ж ты ему сдачи не дал? Так он отсюда, из разведроты. Таких духов штабелями укладывают. За меня пролетело. Из разведроты? Ага. Командиром у них, кажется, был. Его год назад из армии турнули, а сейчас так за какие-то заслуги обратно попросили. Ну, похоже, ненадолго. Таня, можно я от вас позвоню? Угу. Спасибо. Да. Вчера задержали командира разведроты Михаила Кротова. Я могу узнать, куда его доставили? Простите, а с кем я разговариваю? Меня зовут Ирина, у нас сын, и он болен. И тут я узнала, что Мишу арестовали. Сожалею, но я вам сообщить ничего не могу. Но при случае могу передать, что вы звонили. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Пока еще ничего не известно. Нет. Так, Ирина. Ирина. А что за Ирина? Кто звонил? Да это про задержанного вчера. Командир разведроты Кротова спрашивал. Говорит, мать его сына. Интересно. Выясни, кто такая. Если еще раз позвонит, запиши фамилию и адрес проживания. Хорошо? Ага. Докладывать мне лично. Джейн, так это же... Не спрашивай, как он меня выследил, я не знаю. Его везде ищут. Говорили, что видели пьяным в городе. Что, он случайно оказался в этом отеле? Как он мог на меня выйти? Джейн! Избавься от тела. Искали пьяным, а найдут мертвым. Полковник, ну ты же сам понимаешь, что все это липа. Ну какой из Мики связник? Кого и с кем он мог связывать? Это нам предстоит выяснить. Его отпечатки были найдены на радиопередатчике. Я уже не говорю о фото Дмитрия у агента вражеской разведки. Ну ты же сам знаешь, что любой факт разведки может быть интерпретирован ровно наоборот. Ты об этом не задумывался, а? А ты не думал, что вот эта вот вертихвостка может быть использована ЦРУ, чтобы скомпрометировать Митьку? Товарищ генерал-лейтенант,
Факты говорят об одном. Ваш сын вовлечен в операцию враждебной нам разведки. В какой степени, будем выяснять. Какие будут распоряжения? Распоряжения будут такие. Освободишь Кротова, приведешь его ко мне. Есть. Найди мальчишку, который видел Добровольскую, тоже ко мне. Есть. Разрешите идти? Давай. Кротов, на выход. Куда на этот раз? Ну, совсем. Да ты что? И что так? Не знаю, приказ. Тебе жена звонила, искала тебя. Спасибо. У тебя сын болен. Глаз не спускать. Где бывает, с кем общается, докладывает мне лично и только мне. Сделаем. Ты повнимательнее. Он бывший опергру, умеет рисовать наружку. Хорошо. Можно вопрос, Георгий? Да, можно. Ничего не слышно на границе с Пакистаном. Не было ЧП. А тебе это зачем? Ну, у меня там человек пропал. Источник. Поехали. Нет, ничего не слышно. За. Это фашист! Фашист! Парвизадда револьвер. Я спрячу. Шурави увидят, убьют тебя. Не отдам. Глупый мальчишка, тебя убьют, а мне до конца своих дней лить слезы. Это агитационный рейд. Бояться нечего. Мы привезли муку, сахар, воду и книги. Шурави пришли на землю Афганистана, чтобы принести мир и спокойствие. Они воюют только с бандитами, и мирным людям бояться нечего. Защити, защити нас от солнца. Ты пустыни, спасительный путь. Учку, три колодца. Защити, защити нас от солнца. Ты в пустыне, спасительный путь, учку. Тройся, слушай мою команду. Первая рота, медсанчасть. Вторая рота, раздача продовольствия. Занимаем позиции. Вторая рота, раздача продовольствия. По одному комплекту в руки. Согласно предписанию. По одному комплекту, да. Куда ж ты хватаешь, да? Здоров, стоит. Давно не видим. Салам алейкум, командон. Салам алейкум. Надеюсь, сегодня без сюрпризов, как договаривались. Саид держит слово. Все спокойно. Привез все? Да все привез. Сахар, муку, медикаменты, врача. А это кто такие? Это артисты с другого агитрейда. Отстали от группы. А вы что, глухонемые, сами сказать не можете? Можем. Часть какая? 181-й мотострелковый полк. Она вольно-наемная. Я в военном госпитале медсестрой служу. Да, мы в самодеятельности участвовали. Вот нас перепахали в агитрейд. Ну вот, отстали от своих. Медсестра, это хорошо. Это нам надо. А то у нас врач один, мужчина. А местные требуют раздельных врачей для мужчин и женщин. Так, ставьте санитарную палатку, начинайте осмотр. И вот, медсестру задействуйте. Вы сами-то вообще откуда? Мы из Москвы. Земляки? Ага. Давайте, присоединяйтесь к нам. Мы в соседний кишлак еще один рейс сделаем, километров 30 отсюда. Потом возвращаемся в Кабул. А когда в Кабул? В Кабул завтра вечером. Только ты учти, у нас не ленинградский скорый. Можем задержаться. И что? На другие рейсы билетов не предвидится? Ну, это да. Так, муки по 2 килограмма в руки. Еще раз напоминаю. Всех подростков, они ходят по несколько раз.
Да, с вами-то чего? Вы вообще чего делать-то умеете? Ну, песни, танцы, вокал. Программа какая? Да. Он совсем Митька башню сошло, даже генерал. Сам не свой ходил все время. А ты куда смотрел? Так куда бы я не смотрел? Любовь у него, понимаете? Любовь? Ну и куда эта любовь привела? На шпионаже там не было никакого, бред-то все. Простая эта душа, Кротов. Это еще доказать надо. А для начала Митьку найти. Ну, а если к комитету обратиться, у них вроде и возможности побольше. Доверяю этим комитетчикам. Они против меня всю эту кашу и заварили. Так, ты давай вспоминай все, что может на след навести. В общем, Митька слинял от меня из ресторана в Акшаре. Хитро, надо сказать, слинял. Я могу туда съездить. Давай. Ну, вторая Герони. Ты видишь, чувак? Ну, держи. Держи. Ну, что, ты наелся? Ага. Ну, отлично, пошли. Толкал. Он говорит, что ему стыдно, что до вчерашнего вечера он тоже мог ходить на руках. Но вчера ему исполнилось 80, ему больше не нужно. Скажи ему, мне 40 лет, я так никогда не мог. Еду, ты пораж дам устал, когда мой номер дарма помнил. Ну что, ты устал? Малыш парит, смотри. Ну что, бача, как тебя зовут? Бегуном очист. Хочешь вкусненького? Ширини мехури. Мне нравится, как у вас в Кабуле готовят вот сладости. Баухуш меояд, читу иджа ширини омода меша. А, наверное, без чая не то. Чай маза надора. Так мы сейчас организуем чай, полковник. Нам бы два чая. Два чая сделайте по-быстренькому. Давай, угощайся. Натарс, беги. А эта американка тоже любила сладкое? Ну, которую я тебе сумку дала. Узане роке диди ширини ро хуш дора, медони? А мы фаму. Мауро як бор диди. Не знает, он ее один раз видел. А вторую? Дегаша чи? Урхам. И вторую. А эта вторая, она толстая была? Зане дегар фарве буда. На, лохар. Валисе и бобуд. Сундуш болобуд. Нет, худая, очень красивая, не очень молодая. Не молодая, это какая? Морщинистая, что ли? Ожан надо рад. Иджаш. Живет?
хаста буд. Чашмочам колом буд. Она усталая, у нее большие глаза. Глаза, как перевернутые лодки? На. Монанди донай шафтулу. Нет, как персиковые косточки. А нос у нее какой? Добрый день, уважаемый. Добрый день. Как звать? Галим. Галим? Галим — это знающий? Верно. Меня зовут Михаил. Так вот, Галим, если ты знающий, то должен помнить, что тут несколько дней назад была драка между советскими офицерами. Ситуация, порочащая честь советской армии. Я из военной прокуратуры, и мне поручено смыть это позорное пятно. Так вот, мне бы поговорить с человечком, который работал в тот день за стойкой. Это был не я, это был Карим. Карим? Карим — это честный? Он уволился вчера. А, очень жаль, что его больше нет с нами. Ну, а официанты? Тоже уволились. Вчера? К сожалению. Да у вас тут просто какое-то тотальное сокращение штатов. Трудовой кодекс не нарушается? Я бы с ними об этом побеседовал. Откуда они приехали? Официанты из Герата. Из Герата? А Карим? Тоже из Герата. Ох, попадешься ты мне, сука, на караване, знающий. А волосы? Кесуящий. Ничего получилось? Она? Убуд? Да. Надо перекрыть все выходы из города. Это будет трудно, но выполнимо. 5-6 часов, я думаю, будет достаточно. Для проверки женщин в Паранже, я думаю, надо привлечь женщин-военнослужащих из афганской армии. Держи коней, полковник. Ребят, ни у кого сигаретки нету? Я бросил, что-то закурить захотелось. Куда? Второй вот размножить, держать на ТОВСе, но пока не запускать. Объявите о моей пресс-конференции и организуйте ее завтра в Кабуле. Виноват. Пресс-конференция для международной прессы. Организуйте ее не в войсковом штабе, а в отеле «Интерконтиненталь». В духе нашей открытой политики. Что ж такое-то? Действуйте, действуйте. Как он? Сейчас спит с мамой. Все нормально? Да, да, все хорошо. А что было-то? Жар. Ну, уже спал. Хорошо, может, нужны какие-то там медикаменты, я не знаю, ничего, таблетки еще чего-то. Ничего, я все достала. Точно? Да. Хорошо. Я не знала, что с тобой волновалась. Да так, посидел маленько. Ты не волнуйся, Ира. Со мной все хорошо. Ты, главное, его береги, ладно? Ты мне его берите. Я позвонила твоей жене. Что? Я ей все рассказала. Зачем? А ты собирался нас увезти и скрыть? Ира, ты не имела на это права. Но ты же мне сам говорил, что с ней лишь только из чувства долга. Что? Я тебе это сказал? Ты придумала себе какую-то жизнь, понимаешь, в которой мы с тобой якобы вместе, но это не так. Я тебе этого не обещал, ты понимаешь?
Не понимаю. У нас есть фоторобот-американка. Мы могли бы прочесать Кабул мелким гребнем. Савельев дает задницу. А по мне-то все понятно. Не зря он Кротова отпустил. Следы заметает. Карышев. Единственный. Единственный, кто не был под подозрением из этой троицы. Наверняка что-то лишнее узнал. Поэтому и пропал. Ты свои подозрения пока спрячь подальше и никому не показывай. Пока там не разберутся, мы не вмешиваемся. Уйдут, а мы будем сопли жевать. Не уйдут. Про Карышева, кстати, говорят, что он запил. Может, по бабам пошел. Мало ли, в Кабуле этого добра. Но найти его все-таки надо. Шутка ли? Человек из военной прокуратуры пропал. Полковник Васнецов, соедините меня с Москвой. Товарищ Лукьянов, у нас тут очень странные вещи происходят. Ну, конкретнее, товарищ Васнецов. Генерал Савельев вышел на вторую американку, составил ее фоторобот, но категорически запретил ее искать. И тут же объявил пресс-конференцию. Чье? Свою. Так, срочно фоторобот мне. Есть, понял. Знаешь, что самое паршивое в работе шпиона? Ждать. Никогда не любила ждать. Есть новости. Но не от Рашида. Савельев в Кабуле. Что? И уже объявил о пресс-конференции. Завтра в полдень. Прекрасно. Я очень люблю получать хорошие новости. Здорово, мужики! Тебя выпустили! Мы уже хотели тебя штурмом отбивать. Да ладно, нормально все, разобрались. Слушай, мне бы по спецсвязи поговорить. Сейчас организуем. Ага. Ну что, Мишань, будешь говорить? Давай. Алло. Алло, Зоя? Это не Зоя, это Валентина. Привет, а где Зоя? В больнице она. Как в больнице? Что с ней? Отравилась, наглоталась таблеток. Сейчас с ней все хорошо, если так можно выразиться, конечно. Слушай, как мне позвонить в эту больницу? Там... Там номер есть какой-нибудь? Лучше не стоит. Не стоит. Она сейчас немного не в себе. Я сама не позабочусь. Я вот как раз зашла за вещами для нее в больницу. Слушай, она когда придет в себя, ты ей передай, что я ее люблю, ладно? Передам. Спасибо, что ты рядом с ней. Ты как познакомился? А вы когда улетели, я всю Москву перевернул, чтобы с тобой связаться. Вышел на одного человека, он мне обещал помочь письма тебе передавать. Анька, я штук 20 написал. Ну, а потом на встречу вместо него пришла эта Джейн с письмом от тебя.
Я тогда чуть с ума не сошел. Митька, мне только одно письмо принесли от тебя. Вот змея. Боец, вот на ту высоту повнимательней. А убивать ей нас зачем? Мить, это же моя фотография. Негативы только у меня в квартире были. Мы ничего не поймем, пока не найдем Джейн. Как мы ее найдем? Для начала доберемся до Кабула и свяжемся с отцом. Нам нужен Мишка. Да что твой Мишка может? Мишка может все. Это местный бог войны. Если все плохо, надо Мишку звать, он поможет. Поняла? Поняла. А ну. Угу. Товарищи артисты, давайте-ка вот этого, без этого, без поцелуев. Я, конечно, ничего не имею против, но данное поведение оскорбительно для местного населения. Вы бы хоть спрятались куда-нибудь. Идем. Идем, не открывай глаза. Не открывай глаза, не смотри на меня. Давай, садись. Игра против моего отца. Зачем я нужен Джейн, тем, на кого она работает? Кто я такой? Вот если бы я дезертировал, это бы ударило по репутации отца. Он все время мне рассказывал, что я должна тебя уговорить. Ради твоего блага, ради нашего счастья. Ну да. Не понимаю, как она могла так поступить. Как сестре относилась. Ей нужно было, чтобы мы с тобой встретились. Чтобы у нас с тобой все было хорошо, и как теленок на веревке пошел бы за ней. Вообще-то за мной. Ну, за тобой, конечно. Но клей в лапу. Как мы твоего Мишку найдем? Часть нам нельзя. Что все так завертелось. Понятно, кому можно доверить, кому нельзя. Да, в части нас, скорее всего, уже ждут. Мишка служил в 71-й разведроте. Он рассказывал про бойца, фамилия Басов, кажется. Вот через него и попытаемся. Начинаешь на игры потихонечку, аккуратно. Спасибо.
Ну что, звезды Сан-Ремо, ваш выход. Можете в цирке выступать? Да легко. Пошли. Акопян. Смелей. Спасибо большое. Еще один хвост, пока я шел в Лакшар. Я его ссадил. Так что, скорее всего, этот номер тоже прослушивается. Узнал чего-нибудь? Нет, ничего не узнал, глухо. Понятно. Мечку надо найти. Обязательно найти. Живым или мертвым. Вот так вот, капитан. Ладно, ты иди, а то мне себя надо еще в порядок привести перед пресс-конференцией. Есть. Откуда ты это умеешь? Что? Воевать. Давай. Я ж солдат, Ань. Звезды Сан-Ремо! Чего расселись? Давайте вертолет! Сейчас! Давай, Ань. Пойдем. Давай, давай. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай команду на взгляд!